Я заметил, что все чаще и чаще обращаются предприниматели, которые они говорят, какой бы бизнес я ни открывал, то я всегда в долгах. И они не могут понять причину, из-за чего это. И когда я спросил, какие взаимоотношения у тебя с отцом, он побледнел и смотрит, а при чем здесь отец, да? Но отец при том, что ты ему мстишь. Ты мстишь своему отцу тем, что ты социально неуспешен, да? И он ответил, что у него отец бил, пил, не уделял внимания, был социально как-то неадаптивен, неуспешен. Тем самым подсознательно этот человек, он мстит своему отцу социальным неуспехом. Ты можешь быть семи пядей во лбу, очень умным, но из долгов ты не вылезешь, пока ты не отпустишь вот эту боль и не прекратишь мстить отцу. Это вот на зло бабушки уши отморожу, это вот про таких людей, да? То есть это тогда, когда ты делаешь себе плохо, чтобы отомстить кому-то. Это же бред. Поэтому очень важно разобраться вот здесь. И простить, и перестать мстить отцу. Нужно просто принять. У него было право и есть право прожить свою жизнь так, как он хочет. Ты имеешь право прожить свою жизнь так, как ты хочешь. Но никто не имеет права заставлять другого жить иначе. Поэтому просто беги с тем, что есть. Прими, прости и иди к своему светлому и изобильному будущему. А с какими проблемами сталкиваешься ты? Как ты думаешь, есть взаимосвязь отца и долгов? Что тебе еще интересно? Пиши в комментариях, и мы будем с тобой вместе разбираться.